Яркие карамельки, шоколадные воздушные облака, нежные сливочные тянучки или шуточная конфета – сюрприз с непредсказуемым и зачастую противным вкусом. В огромном ассортименте вкусностей производители стараются придумать что-то новое, уникальное. О самых необычных конфетных изобретениях в нашем сюжете. В мире существует миллион вкусов разных конфет. Поговорим о ярких, необычных, экстравагантных вкусах, которые не оставят равнодушными никого. Конфеты из Гарри Поттера. Все помнят эти волшебные конфеты-сюрпризы, которые могут оказаться апельсиновой карамелькой или конфетой со вкусом ушной серы. Уж как повезет. Так вот, в нашем несказочном мире тоже есть такие конфеты, и они пользуются большой популярностью у поттероманов. А как насчет леденцов с насекомыми? Уже четверть века компания Hotlicks производит эти необычные конфеты, и, видимо, они пользуются спросом. Эта же компания делает сладости из личинок со вкусом сыра и барбекю. Засахаренные фиалки – любимое лакомство испанцев. В производстве таких конфет используют настоящие цветы. Вкус и аромат потрясающие. А как вам идея сделать конфету самостоятельно? В Японии популярные суп-конфеты. Это набор, похожий на лапшу быстрого приготовления. Делаем все по инструкции и получаем вкусную конфету. Немного эксцентричными, но уже привычными стали шоколадки с перцем и солью, печенье со вкусом тыквы и арбуза и овощное мороженое. Никогда еще вкусовые сосочки не получали столько новых впечатлений от сладкого.